Білорусь проводить деномінацію свого рубля в масштабі 1 до 10 тисяч. Таким чином хочуть боротися із інфляцією. Тим часом нацвалюта Казахстану б'є черговий історичний антирекорд. За 1 долар в країні дають вже більше 300 тенге. Щодо інфляції в Росії прогнози також погіршуються. Про ситуацію з нацвалютами країн СНД ми поговоримо із нашим гостем Володимиром Даньком, професором Міжнародного інституту менеджменту. Я вас вітаю, пане Володимире. Тож, у Білорусі проводять деномінацію, прибирають 4 нулі. Що на меті? І це вже третя деномінація в країні. Які були результати попередніх і що хочуть зробити цього разу? Ну, ви розумієте, офіційно завжди, коли проводиться деномінація, об'ясняється, що це допомогти немножко експортному потенціалу країни, зробити внутрішні товари, допустим, або стоїмість, яка створюється внутрі країни, немножко доступніше для іностранців, привлечь немножко більше інвесторів там, і так далі, і так далі. На самом деле, само по себе, от, якщо посмотреть історично всі країни, які її производили, то эффект от деноминации не очень-то и большой. Собственно, это как бы, ну да, рисовали нулики. Ну или, например, там, собственно говоря, ничего принципиально или кардинально не изменилось. Не изменилась структура экономики, не изменилась стоимость, как бы, incremental валюты, внутренняя стоимость валюты. Активы, опять же, ничего там не преобразовались. То есть деноминация здесь немножко более просто. Хотя новостная волна или такой вот посыл, который всегда, как бы, в основном это политики, там, Госдеп каждой страны выдает, что это давайте немножко расширим нашу экономику. Когда это еще используется? Когда страны, обладая какими-то ущербной, допустим, какой-то стороной экономики, допустим, структурными проблемами в экономике, они не могут справиться в текущем забеге, или, скажем, в среднесрочном, порядка 5 лет, и вот пытаются нащупать, пытаются успокоить. Дело в том, что за каждым вот таким телодвижением стоит настроение, как бы, рынка. Рынок – это толпа, если хотите. Всегда на рынке присутствуют какие субъекты, которые оперируют валюту. Это население. Это бизнесы, которые вынуждены оперировать с внутренней валютой и потом переходить в какую-то валюту. Ну и в государство, в той части, в которой ему вообще нужно. Ну, например, как в Украине, когда нужно отдавать долги, которые номинированы либо в долларах, либо в евро. А так государство не менее активное. Поэтому для того, чтобы сбить вот эту вот волну или сбить накал вот этого спроса дополнительного на предчувствие или ожидание, которое падение внутреннего валюты, вот начинаются вот эти вот игры. Либо мы деноминируем, либо мы давайте девальвируем валюту, ну и так далее, и так далее. На самом-то деле глубинные, как бы, причины, которые лежат в основе, скажем, изменения внутренней стоимости валюты, потому что внутренняя, вообще валюта – это товар, как бы. Они очень-то не затрагивают. Подчеркиваю, что это многократно доказано опытами других стран, которые пытались использовать вот этот вот рычаг. Опять же, может быть, какое-то в каком-то коротком забеге, может быть, что-то и удастся сделать белорусам. Но так принципиально там вряд ли что-то. А что в Казахстане відбувається? Ну вот с Казахстаном немножко там посложнее, потому что, ну, сразу оговорюсь, как бы, профи проведения, в общем, монетарной любой политики в любой стране, это Национальный банк должен брать. И Казахстан отличался от тех, от пост так называемых советских стран, тем, что около 10 лет Нацбанком командовал представитель Нацбанка, который ввел довольно-таки, я бы сказал, прагматичную, очень взвешенную, сбалансированную политику, там, без малого 10 лет. Собственно, он-то закончил свою карьеру в Нацбанке в 2013 году, и, собственно, Казахстан сейчас сталкивается. Председатель правления Национального банка около 2 лет пытается сейчас что-то новое изобрести. Вот эта политика была довольно-таки стабильная, она была, в общем-то, направлена на понижение учетной ставки. Он очень много положил для этого сил, для того, чтобы сделать, как бы, заемные деньги более дешевыми. Он довольно долго объяснял и воевал с тем, чтобы обеспечить понимание, когда ты понижаешь вот эту учетную ставку или ставку дисконтирования входящих денег, то тогда понижаются ставки и по всем сберегательным счетам, в частности, депозиты. Это надо тоже давать отчет, как бы, тогда привлекательность инвестиционная теряется по внутренней валюте. Тем не менее, политика должна была довольно взвешенная. Следующий этап, который начался вот в 2015 году с Казахстаном, она действительно там порядка со 152, это, с 31 июля она начинает девальвироваться, внутренняя валюта, тенге. И вот на сегодняшний день действительно, я не знаю, что вы 300 назвали, 299 пока. Ну, тем не менее, вот 62% за 3 месяца, как бы, опущено. Здесь нужно понимать, что Казахстан очень отличается, скажем, от той же Беларуси, как и Украины, в частности, если мы говорим о этом постсоветском пространстве. Казахстан отличается структурой экспорта и импорта. В экспорте преобладает нефть и газ. Четвертое место – это металлы.
скажем, то, что руда там Костанай дает. Значит, да, и, скажем, по промежутке стоит пшеница, потому что это как пшеница и изделие из муки. А мука, собственно, вот эти как бы позиции, это основные. Ни много ни мало, как бы по нефти там, ну, где-то это могло быть 32, это по полугоду, ну, где-то 60 миллиардов могло добавлять. Это приличные цифры для Казахстана. Соответственно, мировые рынки реагируют на все сырьевых позициях, они идут вниз. То есть доходная составляющая у страны в целом, читаем, и у бизнеса, в том числе, соответственно, это доходная часть бюджета, государство недополучает определенные деньги на свои социальные, структурные расходы и так далее. Кстати, потери, вот, скажем, на ценах у Госдепа Казахстана, это около 1 миллиарда по 2015 году. Это приличная подчеркивает для Казахстана. Так вот, внешний рынок, он играет против, очень сильно против Казахстана, в отличие, скажем, от Беларуси. И деваться некуда. Вот это вот ощущение, когда ты держишь все свои доходы, или актив, сам по себе актив внутренняя валюта, это актив, когда ты держишь как бы в тенге национальную валюту, и ты понимаешь, что доходная вот составляющая, она падает, то тогда incremental value по валюте, она тоже опускается. Отсюда формируется спрос дополнительный на валюту, на зарубежную, а ее нет. Как бы. Угу. Вот это вот, как бы, надо отдать должное, что Казахстан довольно-таки планомерно ведет. Второй момент, подчеркиваю, я не случайно упомянул позицию Национального банка Казахстана. Он никогда не включал печатный стоимость. Ну, например, как это делалось в Украине в течение полутора лет последних. Это оголтело. Такого не делал Казахстан. Поэтому немножко, ну, если сравнивать, это происходит плавнее, но вот структурная экономика сама по себе Казахстана, она имеет свою очень такую специфику. А какие перспективы у Казахстана? Ну, если цены отойдут на мировых рынках вверх, то тогда будет жить немножко лучше. Второе. Казахстан понимает, что ему нужно от вот этой вот концепции развития экономики сырьевой страны. Причем в этом отношении они очень схожи с Россией. Очень схожи. Там можно спорить, насколько это сырьевая как бы колония, либо насколько ты перерабатываешь сырье, насколько ты добавляешь стоимость в это сырье, либо ты просто выгоняешь нефть и газ как бы на внешние рынки без переработки. Это отдельная тема для разговора. Но Казахстане понимает, что нужно уходить вот от этой пагубной как бы структуры экономики. А действительно, они понимают, что это можно сделать представлением расширением рынка услуг, как центральной страны, центрально-азиатского рынка, это как хаба, допустим, транспортного, расширить некоторые другие услуги, и поэтому им нужны инвесторы и так далее. То есть там есть видение. И более того, эти программы, они запущены более-менее активно где-то лет 5 тому назад, потому что Казахстан начал проводить там форумы инвестиционные, приглашать больших людей, приглашать большие компании и так далее, и так далее. То есть вот эта программа достаточно велась в Казахстане очень мощно. Потом нельзя забывать, что с точки зрения структурных преобразование экономики, как бы Казахстан имеет очень специфическую ситуацию. Ну, если в Украине вот, там, вся страна поделена между кучкой там, олигархов, которые не могут договориться, то войны, то там, девальвируют, то по карманам распихивают деньги, которые печатаются, то, в принципе, Казахстан – это один человек. Как бы, мы знаем даже, кто этот человек. Поэтому как бы, воля, и если она присутствует, и если она реализуется, то реализуется всем Госдепом. Понятно, да? Вот этот фактор. Поэтому Казахстан как бы отличает. Ну, есть схожие моменты с Белоруссией, там тоже один человек, но у него не настолько экономически проявленная как бы его позиция в экономике. Там действует через, посредственно через своих агентов. Ну, вот как бы вот такі есть розсуждения. Україну якось можуть зачепити те, що відбувається з нацвалютами країни СНД? Понимаете, вот последние полтора года, допустим, для Украины Белоруссия – это как бы канал через реэкспорт. То же самое Россия, на кого никто на нее не ушла, кто-то занимался, тот и занимается не напрямую, а через Белоруссию, это все знают, как бы. Это раз. И она так и останется этим каналом, никто не выступает. Более того, как бы, и в Беларуси это известно. Это известно и в России. Никто не хочет как бы притеснять Белоруссию, потому что это хороший очень источник дохода, в том числе прокачки валюты. Там другой вопрос, там мешками ввозится, либо это через счета переводится. Очень часто это просто в мешках ввозится. С Казахстаном. С Казахстаном объем немножко другая ситуация. Казахстану нужны европейские рынки. Туда нужно гнать нефть, газ. Украина это транзитная страна, это может предоставить свою инфраструктуру, поэтому это одна составляющая, как смотрит Казахстан на Украину.
Значит, второе – это транспорт. Почему? Если ты становишься хабом центральноазиатских, между Китаем, допустим, тоже восстанавливаешь или участвуешь в восстановлении всех шелковых путей вместе взятых, то тогда нужно летать, тогда нужно возить эти грузы, эти товары. Китай для этого очень много делает. Значит, Украина могла бы продавать самолеты, но другое дело, что когда будешь конкурировать со своими анами там, по отношению к Боингам и Airbus'ам. Есть тема. Ну и потом, если мы завершаем, понимаете, вот объем того работы между Казахстаном и Украиной, он падающий. Там чуть ли не два раза за последние полтора года. И по объему это всего лишь навсего. Ну дай бог, что в 2015 году после всех телодвижений, вот Порошенко был в Казахстане, с Назарбаевым встречался. Дай бог, что он вышел где-то 1,1 миллиарда по году, по 2015 году. Много это или не мало? Нет, это очень мало. Для Украины Казахстан даже не входит в десятку важнейших торговых партнеров. Значит, а с точки зрения стратегически было бы интересно, наверное, да, было бы интересно. Но с точки зрения валют, опять же, значит, Казахстан попадает, как и Украина в данном случае, попадает под один пресс. Пресс, так называемый receipt effect. Или буквально все то, что покупается и продается, оно будет покупаться и продаваться в долларах. Ни в тенге, ни в гривне, тем более там, ну, там я о рубле даже не говорю. Поэтому здесь такой пассианс, ну, и нельзя не упомянуть, как бы, геополитическая составляющая, как бы, Казахстана и Беларуси, совместно, естественно, с Россией, попытка это создать свое такое, там, ну, неважно, как называется, таможенное единое, или как евразийский экономический союз. Евразийский и так далее, и так далее. Значит, идея довольно-таки простая, их надо объединить как по мысли. Короче, он хочет створить спільний валютный союз. В том числе. Валюта это немножко позже. Сначала надо выбирать там барьеры таможенные для движения факторов всяких. Ну, в данном случае самое простое – это услуги и товары. Но проблема в этом, ну, неважно, как мы его будем называть, союз, проблема в центре должна быть экономика растущая. Россия сама не растет. В этом-то и ситуация. А тогда было бы и для Казахстана, и для Беларуси было бы легче. Поэтому здесь центробежные, как бы, силы, они превалируют. Каждая из этих стран смотрит, ну а где дополнительные рынки, куда можно было бы себя продавать. Поэтому здесь есть и геополитическая составляющая. Россия не хочет их отпускать, но и Беларуси, и Казахстану надо искать чего-то новое. Кстати, по поводу Казахстана, это ему и объясняется, что попытка вхождения в ВТО, продвинуть свои, как бы, новые товары, в данном случае металлургию, как бы, сырьевые позиции на европейские рынки. Ну и Россия делает вид, что вроде бы это пусть идем, и мы все вместе тогда будем в ВТО, зайдем, будем свои интересы отстаивать. Ну, так и живем. Що ж, я вам дякую за цікаву розмову. Про знецінення нацвалют країни СНД ми говорили з Володимиром Даньком, професором Міжнародного інституту менеджменту. На цьому завершуємо. Хай щастить!